I ain't been broke in a minute. I tryna run these digits. Put my little bro on the penny. We hop out the car with extensions. These niggas be pistols, they switching. Playing with a bro, then you go in the mission. Me and my niggas, we all on the mission. Focus on money, ain't worried about bitches. All right, y'all. So in this one, we're going to be reacting to this video. And the title of this video is actually a violation, bro. Like, my man said, even in laser tag, AP Bren run against Onyx Esports, bro. Now, that's wild. So they're going to play laser tag. So we finna see who wins. We finna see how it goes down. Let's get it, bro. I'm excited. Из виртуального пространства они переносятся в наше физическое. Okay. Выходят игроки. Вот это как выглядит замечательно. И расстановка у нас здесь уже к бою. Потихоньку, полегоньку пробирается. Уже заходит на зигзаг. На зигзаге SV у нас. Все, есть размен, есть First Blood. Забирает у нас First Blood команда АПБ. И команда Оник в очень плохой ситуации. Все просевшие. Все супермарка у нас просел. Тут два игрока, уже минус два. У команды атаки, команда обороны вчетвером. Отбиваются пока что. Не читает этот момент у нас атакующие. Есть минус по одному игроку. И сразу перетяжка пошла у нас на деактивацию. Игрок выбегает. Ой-ой-ой, тут разбежка. Нет, не пошел на активацию. Двигать пачку, она установлена. Все, двигать ее нельзя. И вот он, взрыв. Пачка у нас взрывается. И команда АПБ со сложной стороны забирает первый раунд. 1-0 в пользу команды. That's crazy. Значит, пламя уже несется. That looks fun, though. That looks really fun, actually. Ну, кстати говоря, очень даже неплохой контроль от игроков команды AP Bren. И можно поставить удержание, 40-секундный таймер запускается, и все, справа три игрока, почти всех неплохо отстреляли. Не понял, команда не действует. Не, ну слушай, отличная работа, я говорю, прям такой гад на линии B. He's looking at Kyrie. Oh, he turned his back. Лес, наверное, где-то. А, не, у нас игрок на центре, вот есть первый номер, типичный мидер, он стоит один. Чё, кого там, воюйте где хотите, я в центре, там один на один, пау-пау-пау, буду размениваться. А тем временем Оник очень сильно проседает, и сейчас, может быть, будет выход на пламя, и будет деактивация втихую, но игрок просто под шквальным огнем трех противников начинает его закидывать, то, по-моему, это 2-0, и... команда атаки показывает, что они идеально поняли сценарий и забирают второй раунд. 2-0. Уверенная победа. Такое сейчас и происходит. Ну сейчас пристреливаются, прикликиваются. Тут чуть ли Friendly Fire не залетел. Знаешь, иногда теряются, не понимают. Свой не свой. Надо? Ну, наверное, надо. Ну, давай. Ну, можно. А как же меня радует эмоции игроков, когда они играют в Blazer Tank, сразу улыбаться начинают, довольные. Потому что что-то необычное, особенно для этих коллективов, наверное, вообще что-то такое. Yeah, he was surrounded. There wasn't nothing he could do right there. Ну, не помню, что был Blazer Tank у нас, кроме как... Да, я вот общался, есть где-то вот там. Что они идеально. Да, по-моему, был клуб. Но Blazer Tank больше так вот в азиатских странах я не знаю. 2-0. Это, видимо, уверенно. It's 2-0 right now. То есть, чтобы 3 балла в копилку этой команды. Ну или там не 3 балла, там надо посмотреть, okay. Что было карт, как они сыграли, но в любом случае со счетом 3-1, кстати, победили ABB, команду Оник. И в принципе, oh, they got сейчас, возможно, из-за вот этой вот супер-слоули атаки. Вроде как не попадает, там он проседает очень сильно по ХП, а игроки команды AP Bren так и не установили пачку. Там живет, кстати говоря, за ящиком все еще. Супермарка, да. Супермарка. Я сначала подумал, Супер Марио, потом думаю... Поэтому есть повод и поболтать, и неплохо все это дело разобрать быстренько сейчас в динамике. Я думаю, что... Ну, 2-1 в целом для атаки еще, наверное, неплохой. Третий сейчас забрать, и будет намного комфортнее. Слушай, играть. Ну, тут пока непонятно. Но, опять же, да, я согласен. Как будто бы... Здесь не решает мета сторона. Не работает в данном противостоянии. Да, на MLBB не работает мета. Вот, реально, ты правильно говоришь. Просто мертвый игрок уже побежал куда-то в кого-то. Он тут всех... Я говорю, еще живой, дай пострелять. Дай еще, воскреси. Ой, чуть не упал тут у нас молодой человек. Долго воевали, долго перестреливались. Но достаточно равная борьба идет.
Вот есть такое ощущение, что достаточно равно перестреливают игроки и достаточно правильно идет геймплей. Но вот, конечно, АПБ сейчас допустили фатальную ошибку вот с этим супер-слоули атакой, что-то там не могли решить, право-лево, лево. АПБ наконец-то определились. То есть в прошлый раунд у них было не такое сомнение, куда идти, а тут, по-моему, оники прочитали, лоб в лоб, начинается атака, пачка не заносится, и начинается жесткая перестрелка жестких мужчин, которые будут сейчас разменивать друг друга по ХП. Уже есть First Blood. Супер Марко в этом раунде оформляет First Blood. Супер Марко got that aim. И будет встречать команду АПБ. И что же это будет? Будет ли это? Нет, тут 12-го ACV забирают у нас. Кибой проседает тоже по ХП. И, в принципе, какая-то мясорубка лютая происходит на А-линии. Есть установка пламени. Есть уже минус игроки у двух коллективов. Но оники заходят на зигзаг и будут встречать спину противника. Что происходит в этом противостоянии? Просто какая-то мясища. Ну, большинство сейчас конкретно у команды Абибрен. Еще и Digital Flame активейтед. Ну, и Супермарко в этот раз понимает, что он живой. Oh, Супермарко, по-моему, еще одного оформляет. Все правильно, Кибой забирает. О, это, наверное, топ-фрагер своего коллектива. Но мы сейчас, по-моему, уже не успеем. Десятка у нас забрать, да его еще и забирают. Сейчас пламя взорвется, это победа. АПБ 3-1 будет в этом противостоянии. Удобно. Эль Классико получается. Забрали 3-1, и здесь 3-1. Но мы до 6 раундов, поэтому не 3-1, поэтому надо дальше давить. И у нас остается, получается, еще... Это у нас четвертый, следующий раунд будет последний, и будет смена сторон. И мы узнаем, какая сторона имбовая для... Да, потому что есть ощущение, что... Неплохо, но опять же, да, неожиданности такие присутствуют. Парни все-таки впервые в жизни, мне кажется, играют в похожего рода дисциплину. Ну, может быть, они отслужили где-то в армии и оружие держали в руках, либо играли уже в аналоге, но... В любом случае. Ну, знаешь, по хвату оружия и вот по тому, как они действуют, либо они очень хорошо и быстро втянулись, либо у них реально есть опыт работы с боевым оружием. Может быть, не боевым даже. Страйкбольным и так далее. Но есть ощущение. Но на самом деле, вот эти аналоги, то есть автоматов, очень схожи с реальными. В принципе, в руках, по-моему, тоже держал. Три ППшки, там, два мейн-девайса, и там уже распределять кто как, что вот может быть. Это более такое. То есть вы уже сами от своего геймплея, от своей тактики распределяете, кто, что и как будет делать. Какая у вас динамика игры будет, кто, куда и так далее. Ну, соответственно, будет уже распределение на больше таких пушащих игроков, на грантов, на более кор игроков, которые будут атаковать, на быстрых игроков, ну и так далее. Ну, тут видишь, что если мы берем, в одной команде будет два клаша, две эмки и две ппшки. Ой, тут у нас, кстати, уже 4-1. Пока мы с тобой рассуждали, на АПБ тут просто размесились. Я клаши, это джиггернаут, у которых хп больше, но... I don't know what they do together, like, Onyx, but they did say they play basketball together, so, like... AP really is used to playing as a team and playing games together and stuff like that, bro. So this is crazy. При этом и боезапас больше, но и патрон меньше. То есть у него получается. They really about that teamwork life. Патрон в магазине, но при этом у него там 3 или 4 магазина. Но много разных балансных настроек. Опять же, да, если говорить про ту же снайперскую винтовку, говорим, что она имба. Ее также можно понерфить очень легко и просто. Не давать ее. 5 патронов, очень долгая перезарядка перед выстрелом. И тем более перезарядка после магазина. Ну, я так могу сказать, эта система обузится. Почему? Потому что даже вот у нас на соревнованиях были такие снайперские винтовки, когда там, да ладно, ничего такого не будет. Вот лично сам был турнир у нас, был у меня полуснайперкой, и мы играли 7 на 7 в лесу с захватом контрольных точек и так далее. И получилось так, что я остался один, забрал 7, забрал 3 точки, и просто это и больше. Сказали, что, ну, игрокам, прошникам, аж этот патроны потрачен. И две даже там играют, что-то передают. Удобно, удачно. Смотри. I want to see the stat sheet. Super Marco got 5 kills. A Marshall player going crazy. Albert? Okay, Albert. Look at the marksman players. The marksman players really be about that. Okay. Keyboy, he can't tank in this game. Like, let me see the depths. He got some high depths. He was tanking. Nah, let's see. Oh, man.
Oh, CW, bro. Nah, you gotta get outside a little bit, CW, my mans. You gotta get outside a little bit more. You know, like Kyrie. Oh no, my mans. You gotta like he gotta get off assassins. Like play a few more marksmen. You know, mans gotta get off assassins. Смотри, тут еще даже с разных сторон вылазит. Я, знаешь, последние вот дни нашего замечательного турнира я наблюдаю, как команды быстрее и быстрее адаптируются под лазертаг. Еще вчерашний финальный матч, я даже видел кружочки у тебя, что как вы там болели. То есть, ну, реально, то есть, насколько на ошибках, которые ты увидел, ты над ними работаешь. Но я, знаешь, могу так сказать, вот лично по опыту того, что здесь вот там посмотрел, где-то что-то покомментировал, увидел, ты когда заходишь уже в игру, то есть я думаю, что если я там в стендов зайду, если я буду пробовать там в MLBB, если я смотрю каждый день, просто жесткий какой-то перестрел идет. И понимает у нас этот бренд, что это атака на линию Б, очень жесткий просад по ХП идет. И будет ли заноситься пачка? Пламя. Я не вижу пламя. Есть у нас уже First Blood, оформляет у нас коники, что удивительно на самом деле, потому что просели они очень сильно по ХП. Все, Апибрейн, нужно просто вставать и отстреливать, не нужно лезть никуда. А оникам нужно что-то избирать, другую тактику. И уже размены есть по минус игрокам, и сейчас, если выбежит у нас на сновку пачки игрок, еще минус у нас есть. Но, по-моему, тут уже будет очень тяжело затащить этот раунд. Еще, по-моему, минус. И все, два игрока остается. По-моему, это 6-2, как ты думаешь? Да, я тоже так считаю. Там 195 пульс у Хаири. И остается он 1-4. К сожалению, наверное, такой уже не тащится, как бы ты ни хотел. Хотя мы видели вчера ситуацию, когда игрок там на одном хите остается 1-3. Но забирает, это был Никит Проникс. Но сейчас это не Никит Проникс, это Кайри, который, к сожалению, покидает этот раунд, покидает этот матч вместе со своей командой. А команда Happy Brand становится победителем суперфинала. Радуются ребята. Мне кажется, они даже сначала не понимают, что они выиграли. Но сейчас, естественно, понимают, пятюни отбивают. И вот так вот заканчивается у нас супер финал. Ну, слушай, круто. 6-2. Эмоции есть. Практически. Лиза брать сложную. Оникис счет стал 2-1. I'll be running around catching them lacking. 3-4-1 все-таки пришли к этому результату. Эпигрен уже переоделись так быстро, уже готовы награждаться. Слушай, действительно, слишком быстро сняли жилеты. Вот, поднимают тот самый кубок. Поздравляем, ребят. Красавчики, да. Действительно, это очень-очень приятно. Еще одна дополнительная награда. Чемпионы, по-другому не скажешь. Интересно, в целом, отыгрывали. Иногда были такие раунды, когда просто как будто аркадные, знаете, 5 на 5 столкнулись там на центре или там с одного фланга. Тоже это и есть этому место быть. Ну, да, я даже не знаю, о чем думают в этот момент команды. Просто хотят перестрелять. Вот, по-моему, Happy Brand как раз ринулись в бой с такой мыслью и очень быстро за это поплатились. Ну, у меня складывалось впечатление, что Happy Brand — это вообще очень умная команда в целом в нашей дисциплине. Они очень-очень уверенно забирают те игры, которых они играют. И дело в том, что здесь они снова пытались немножко менять свои тактики. В каких-то раундах они прям бежали вперед, чтобы быть неожиданно сделать действия в каких-то раундах, наоборот, супер медленно. В третьих раундах они пытались, ну, не очень. All right, y'all. So there we have it, man. That was the video. This was dope. Like, this was a dope little laser tag match, bro. Like, they clapped them again, bro. Like, that's crazy. Like, nah, that was wild. That title's still a violation, bro. But there we have it, man. Be sure to drop that thumbs up, subscribe, and turn on notifications. And I'll catch y'all on the next one. Peace out, fam.